Добрый день, магазин Истехник, Санкт-Петербург. Меня зовут Олег. Мы продаем лодки, моторы. Сегодня у нас лодочка Adventure Stardart Stormline 380. Вот такой коробки. Открываем коробку. Что имеем здесь в коробке? Мы в коробке имеем вот такую сумку. Хорошая сумка. Материал достаточно такой. Потом сюда будет вкладывать резину. Сумка есть. Дальше идет насос. Ножной насос. Причем с высоким надавлением. Так. Две банки вот такие вот идут. Сидушки. Просто два весла. Стрингера. Две штуки. Ну и вот сама резина, сейчас мы ее вытащим. Вытащили. Тут идет книжка гарантийная. Ее вот комплект. И вот сами полы. Развернули резину. Вот открыли поёмы. Деревянный сейчас достану. Вот она. Передняя похожа. 12 миллиметров. Да, поёмы 12 миллиметров. Вначале лодку Stormline Standard 380. Что хочу сказать. Транец. Очень классный, широкий транец. Тут вообще четверка транец, блин. Под тридцатку, до 30 лошадиных сил. Баллоны 45-й. Полы двенашка. Материал 1200-1400 пол. Сейчас сяду сюда. Но высота вот 37 сантиметров. Сейчас высота. Сейчас вот сяду. В каждом отсеке подрывные клапана стоят. Вот они, подрывные клапана в этом, в двух отсеках. В переднем отсеке вот аварийный клапан. Это киль. Значит, ширина кокпита 80 сантиметров. Реально 80, вот я замеряю. 80 сантиметров. До банок тут 35 сантиметров. Здесь даже больше. 35. Да, 35 сантиметров до банок. Высоко достаточно сидишь, удобно. Весла есть. Есть мини-держатель. Грузоподъемность 727 килограмм. Максимальная мощность мотора 30 лошадиных сил сюда ставится. Лодка очень прочная. Чувствуется материал очень прочный. Вот я хожу по ней. Места достаточно. Места много. Якорный рыб стоит. Лодка для суровых таких испытаний. Пол двенашка. 12 мм пол. Лодка шикарная, мне очень нравится. Она немножко тяжелая, но очень серьезная лодка. Вот перевернули лодку. Здесь такой вот леер идет. По всей длине. Лодка вот таких вот размеров. Баллоны забронированы вот такой широкой лентой. Здесь идет вот такой еще, чтобы не забрызгивала вода фартук. Гидрокрылья вот такие, две штуки. Бронь по килю широкая. То есть лодка серьезно защищена. Киль очень хороший, кстати, обратите внимание. Ярко выраженный киль, очень классно. Киль очень хороший, килеватость классная. Обалденная. Ну и бронь. Очень добротно сделано. То есть на такой лодке не страшно ничего.